сделали глубокий вдох и медленный-медленный выдох. Давайте, разика 4, сделайте глубокий вдох, глубокий выдох. Полное, распахнули полностью легкие. Почувствовали, как будто бы у вас в груди открылся зонтик такой, чтобы распахнулась полностью диафрагма. Для чего мы делаем такие медленные вдохи, медленные выдохи? Потому что сейчас, когда у нас вот психоэмоциональное такое напряжение, у нас дышат только верхушки легких. Мы не дышим полностью. Все остальные там 15-20% только легких дышат. Из-за этого мы дышим очень часто, от там, 20-40 раз в минуту, понимаете? Поэтому наша задача сейчас начать дышать медленно, и чтобы наши все-все-все легкие распахнулись. Распахнем легкие, сожмем, сделаем через нос медленный вдох и медленный выдох. Помните, что наш медленный выдох отличается от обычного тем, что он брюшной, это называется брюшное дыхание. Мы выдыхаем, сжимая мышцы живота. И вдох расслабляем мышцы живота, поднимаем ребра вверх. И выдох, снова животик сжимаем, сжимаем ребра вниз, опускаем. Стараемся, чтобы спина была прямая. Молодцы. Еще раз медленный вдох через нос на раз, два, три, четыре. Подержали чуть-чуть, делали задержку небольшую. Выдох. Раз, два, четыре. Молодцы. Снова вдох через нос. Глубокий. Раз, два, три, четыре. Распахнули, распахнули легкие. Давайте сделаем такую задержку небольшую. Да? Животик расслабленный, только диафрагма напряжена и поясница. И выдох. Живот сжимаем, косые мышцы живота, ребра вниз и... Додышали, выдохнули, молодцы. Вдох через нос. Раз, два, три, четыре. Распахнули, распахнули легкие. Чуть-чуть посидели вот в этом состоянии. И выдох, сжимаем живот. Раз, два, три, четыре. Выдохнули все из себя полностью, полностью, полностью выдохнули. И чуть-чуть потомили свое тело, задержали дыхание. Раз, два. Молодцы. Вдох через нос. Раз, два, три, четыре. Вдохнули. Животик расслабленный, только диафрагма напряжена. Молодцы. И выдох. Живот сжимаем. Раз. Потерпели, потерпели. Не вдыхаем. И теперь вдох через нос. Раз, два, три, четыре. Распахнули. Легкие полностью, не закрываем горло, не перекрываем горло. Молодцы, потерпели чуть-чуть. Выдох через нос. Раз, два, три, четыре. Сжали живот, спина прямая и удержали тело чуть-чуть на раз, два, три, четыре. Молодцы, вдох. Раз, два, три, четыре. Распахнули. Только межреберные мышцы удерживают сейчас, горло как труба, открытая, удержали, удержали чуть-чуть, и выдох, животик, раз, два, три, четыре, сжали мышцы живота и удержали. Молодцы, вдох. Раз, два, три, четыре. Распахнулись, удержали дыхание на раз, два, три, четыре. И выдох начинается с живота. Раз, два, три, четыре. Сжали мышцы живота и удержали на раз. Два, три, четыре. Молодцы. Вдох. Задержка. Сейчас чуть-чуть у меня что-то. Выдох. И еще одна задержка. Молодцы, закрываем глаза.
все внимание на ваши внутренние ощущения. Распахнули диафрагму, задержали дыхание. 3-4, молодцы. Выдох, живот сжимаем. 1, 2, 3, 4. Выдохнули полностью и удержали дыхание. 1, 2, 3, 4. Медленный вдох через нос. 1, 2, 3, 4. Животик свисает, ребра вверху поднятые и удержали на 1, 2, 3, 4. Молодцы, активный выдох. 1, 2, 3, 4. Полностью выдохнули, удержали. 1, 2, 3, 4. Молодцы, вдох. Делаем 10 раз. 1, 2, 3, 4. Вот мы уже делаем квадратную пранаяму. Сделаем минимум 10 раз, 12 раз. Выдох. 1, 2, 3, 4. Сжали живот, удержали дыхание. Не вдыхаем на 1, 2, 3, 4. Это такой период, когда мы накапливаем углекислый газ. Вдох через нос. 1, 2, 3, 4. Распахнули легкие, удержали. 1, 2, 3, 4. Выдох. И еще одна задержка. Молодцы, вдох. 1, 2, 3, 4. Удержали дыхание, горло открыто. Мышцы живота, выдыхаем. 1, 2, 3, 4. Задержали дыхание. 1. Молодцы, вдох через нос. 1, 2, 3, 4. Видите, мы уже медленнее делаем. И все нормально, видите? Замечательно. 3-4. Медленный выдох. 1, 2, 3, 4. Выдохнули полностью, удержали. 1, 2, 3, 4. Вдох, мы ровно на половинке. 1, 2, 3, 4. Задержка хорошая, замечательная. Период расслабления. Активный выдох, мышцы живота сжимаем, выдыхаем, выдыхаем. Выдохнули полностью и посидели, не даем телу вдохнуть на 1, 2, 3, 4. Занимаемся, спасибо, занимаемся, вдох. 1, 2, 3, 4. Вдохнули, мы делаем сейчас квадратное дыхание и задержка на вдохе, это период расслабления. Только диафрагма, только поясница работает. И выдох. 1, 2, 3, 4. И мышечное удержание от вдоха на 1, 2, 3, 4. Молодцы, вдох. 1, 2, 3, 4. Распахнулись. Горло открытое. Верхнюю часть туловища стараемся расслабить. Молодцы. И выдох. 1, 2, 3, 4. Мышцы сжали и удержали. 2, 3, 4. Медленный вдох через нос. 1, 2, 3, 4. Да, чувствуем, как холодный воздух на вдохе попадает к нам в тело. А сейчас чувствуем, как теплый воздух выходит из носа на выдохе. 1, 2, 3, 4. Выдохнули и задержали. 1, 2, 3, 4. Снова медленный вдох. 1, 2, 3, 4. Сделали задержку. Молодцы. Выдох. И еще одна задержка.
вдох. Задержали дыхание. Выдох. Задержали дыхание. Еще. Молодцы. Еще два разика. Вдох. Раз, два, три, четыре. Распахнули легкие только межреберными мышцами. Горло открытое, как труба. И удержали. Два, три, четыре. Медленный выдох через нос. Сжимаем живот. Два, три, четыре. Задержали дыхание. На раз, два, три, четыре. И последний разочек. Вдох через нос. Раз, два, три, четыре. Распахнулись и удержали. Два, три, четыре. Молодцы. И выдох. Раз, два, три, четыре. И еще одна задержка на раз. Два, три, четыре. Молодцы. Глубокий вдох через нос. Раз, два, три, четыре. И дыханием ха выдохнули. Не открываем глаза, посидим чуть-чуть ладошками вверх, стараемся расслабить верхнюю часть туловища, следим сейчас за своим состоянием, потому что у нас один дыхательный цикл был минимум 16 секунд. Это значит, мы очень резко снизили частоту нашего дыхания. Мы чуть-чуть пригасили работу адреналиновой системы, чуть-чуть подняли уровень углекислого газа и получили, пусть не очень сильное, но небольшое расслабление. Чуть-чуть, маленький период такого расслабления внутри нашего тела. Спокойно, будьте свидетелем, не нужно контролировать ваше дыхание. Тело будет сейчас само делать вдохи, выдохи. Может, в какой-то период времени вам вообще не захочется дышать. Все нормально, это замечательный такой долгий, может быть, у кого-то период, который называется кевали-кумбах. Расслабляемся, смотрим за своим эмоциональным фоном. Какие мысли у нас сейчас? И есть ли они вообще? Давайте чуть-чуть вот посидим просто в этом замечательном ощущении внутреннего такого, такой внутренней простой невесомости, такой безмыслия. Пусть ненадолго, но наши мысли капельку остановились, замедлились. А это значит, и замедлился ураган наших эмоций. Чуть-чуть, спокойно, спокойно, спокойно. Тело сейчас дышит, видите, спокойнее, чем до этого. Молодцы. Сейчас мы будем делать, ребята, следующее упражнение. Мы будем делать ту же самую квадратную пранаяму, но мы еще сюда подключим сейчас движение ваших глазных яблок. Во время вдоха или выдоха, пожалуйста, скосите очень сильно ваши глаза на кончике носа. Даже если у вас глаза закрытые, старайтесь, ну, желательно открыть глаза, старайтесь, чтобы ваши глаза косили на кончик носа, вот просто со всей силы. Может быть, палец помогите себе сюда вот двигаться. И на вдохе, и на выдохе закатывайте глаза то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, хорошо? Итак, что получается? Мы на вдохе скашиваем глаза очень сильно на кончике носа. На вдохе
там, где наше все внимание на диафрагме, вот мы как бы туда вниз опускаем глаза, стараемся на нашу диафрагму уставиться. На выдохе снова кончик носа. А вот на выдохе, когда у нас мы смотрим, чтобы наш позвоночник был вот так вот с прямой, и мы раз, вверх глаза закатили. Прям закатили вверх глаза. Кончик носа, вдох. На вдохе опустили глаза вниз, закатили вниз, посидели. Кончик носа, выдох. Раз, два, три, четыре. Спина прямая, и глаза закатили вверх на раз, два, три, четыре. Мы делаем квадратное дыхание и работаем глазами. Вдох, кончик носа. Раз, два, три, четыре. Опустили глаза вниз на вдохе. Раз, два, три, четыре. Скосили глаза на выдохе. Раз, два, три, четыре. И закатили глаза вверх, когда мышцы живота удерживают дыхание. Три, четыре. Расслабляем мышцы живота. Вдох, смотрим на кончик носа. Раз, два, три, четыре. Сделали большой вдох, внимание на диафрагму, и туда же закатили вниз глаза на раз, два, три, четыре. Кончик носа силой скашиваем глаза, два, три, четыре. И глаза вверх, задержка, раз, два, три, четыре. Молодцы, кончик носа скосили. Раз, два, три, четыре. Вниз. Раз, два, три, четыре. Кончик носа, выдох. Раз, два, три, четыре. Глаза вверх. Раз, два, три, четыре. Скашиваем глаза, таращимся просто. Раз, два, три, четыре. Вниз очень сильно, стараемся увидеть пуп. На вдохе раз, два, три, четыре. На выдохе скашиваем глаза силой на кончик носа. Раз, два, три, четыре. И закатываем глаза сильно, максимально вверх. Раз, два, три, четыре. Выдох, кончик носа, два, три, четыре, закатили вниз, раз, два, три, четыре, выдох, кончик носа, два, три, четыре, вверх закатили, два, три, четыре, кончик носа, вдох, два, три, четыре, вниз, два, три, четыре. Четыре, кончик носа, два, три, четыре, вверх, раз, два, три, четыре. Продолжаем, нос, раз, два, три, четыре, глаза вниз, раз, два, три, четыре, кончик носа, раз, два, три, четыре, глаза вверх. Молодцы, выдох, раз. Два, еще четыре, четыре, вниз, раз, два, три, четыре, молодцы, выдыхаем, раз, два, на кончик носа скашиваем глаза, и на выдохе шуньяка глаза вверх, раз, два, три, четыре, молодцы, кончик носа, выдох, скосили глаза, раз, два, три, четыре. Вдохнули глубоко, в глаза максимально вниз. Два, три, четыре. На выдохе кончик носа сильно скосили глаза. Раз, два, три, четыре. И еще на задержке вверх. Раз, два, три, четыре. Пусть глаза, мышцы глаз устают. Кончик носа скосили глаза. Раз, два, три, четыре. Глубокий вдох. Максимально вниз глаза. Раз, два,
три, четыре. Снова скосили на кончике, на выдохе. Раз, два, три, четыре. И на задержке дыхания. Вдох. Вниз. Кончик носа. Глаза вверх. Кончик носа, вдох. Глубокая задержка вниз. Кончик носа, выдох. Глаза вверх, задержка. Еще два разика. Кончик носа, вдох. Задержали дыхание вниз, глаза опустили, прямо закатили вниз. Кончик носа. И глаза вверх закатили. Кончик носа, вдох. Глаза вниз. Кончик носа, сильно смотрим, прямо скашиваем глаза на кончике носа. И глаза вверх закатили. Последний разочек, силой прямо скосили глаза, кончик носа, вдох. Закатили глаза вниз, максимально удержали на раз. Два, три, четыре. Скосили глаза на кончике носа. Раз, два, три, четыре. И закатили глаза на раз. Два, три, четыре. Медленный вдох и... Раз, два, три, четыре. И дыханием ха выдохнули. Все, не открываем глаза, продолжаем сидеть, смотрим сейчас, чуть-чуть мышцы глаз уставшие, это замечательно, это тот наш эффект, который мы добиваемся сейчас, потому что мы сейчас делали и квадратное дыхание, и так называемую десенсибилизирующую терапию. Это значит, что все события, все там видео, все, что произошло в вашей жизни сегодня, вот прямо сейчас, до ночи, не запишется в вашу долговременную память. Мы сейчас имитировали период быстрого сна, когда у нас двигаются глазные яблоки и когда головной мозг кратковременную память записывает в долговременную память. Посидели чуть-чуть, ладошки вверх, постарались потихонечку-потихонечку расслабить наше лицо, жевательные мышцы, приоткройте чуть-чуть подбородок, пусть у вас рот будет чуть-чуть приоткрыт, мышцы шеи постарайтесь расслабить, плечи, бицепс, трицепс, локоть, предплечья и, конечно же, кисти рук. Пусть ваши кисти рук будут сейчас расслаблены. Наши мыслительные процессы чуть-чуть остановились, вместе с ними остановились эмоции, бушевавшие у нас сейчас. Спокойно, спокойно у нас начинает активизироваться система, ответственная за небольшой отдых, за регенерацию наших тканей. Отдыхаем, чуть-чуть сидим. Вот в этом вот невесомости такой нашего безмыслия, в отсутствии этих чувств, которые на нас сейчас наваливались тихонечко, тихонечко. Наше дыхание урежается. Молодцы, видите, такое замечательное, простое безмыслие, в
котором мы сейчас еще посидим. Наташенька, Оксаночка, Маскалита пришло нормально. Если во время дыхания в горле возникает кашель, это значит, что вы, когда вы делаете вдох глубокий, вы пережимаете горло. Старайтесь открыть горло. Вот возьмите сейчас, откройте горло и сделайте так. Вот запомните вот это ощущение, и потом, когда вы будете задержку на вдохе делать, а потом делаете вот такую задержку. Во время задержки на вдохе горло должно быть как труба, такое открытое. Не перекрываем наше горло. Чуть-чуть сейчас посидели, отдохнули. И мы сейчас, ребята, с вами отправимся уже в чуть-чуть другое дыхательное упражнение. Мы сейчас с вами будем делать, до этого мы делали квадрат, делали вдох, задержку, выдох, и еще одну задержку, и все эти периоды были одинаковы. А сейчас мы отправимся в глубокую задержку волевую, для того, чтобы накопить углекислый газ. Мы будем делать вдох, мы будем делать задержку, будем делать выдох, и будем по чуть-чуть удлинять последний дыхательный вот этот задержательный цикл. Хорошо, договорились? Будем вначале, мы сделаем задержку волевую на 8 секунд, потом сделаем на 12 секунд, потом сделаем на 16, потом на 20, потом, может быть, на 24 секунды сделаем вот эту вот волевую задержку для того, чтобы почувствовать силу воли, для того, чтобы добраться до нашего диалога между нашим телом и умом и показать, кто тут хозяин. Потерпите чуть-чуть, вы не умрете. На задержке дыхания на 20 секунд ничего в вашем теле не случится, кроме испарины. Вот как только мы покроемся испариной, чуть-чуть пойдет испарина по лбу, по телу. Это очень замечательное признак того, что мы пробиваем свой страх, мы пробиваем свой стресс, мы добиваемся теплоты вот в теле. Это значит, у нас накапливается углекислый газ. Это то, что нам нужно сейчас. Нам нужно добиться расслабления. Хорошо. Выдох. И медленный вдох через нос на раз, два, три, четыре. Горло проверили. Калечка, проверь горло. И удержали на раз. Молодцы. Выдох. И задержка на четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох через нос. Раз, два, три, четыре. Вдохнули, задержали на раз, два, три, четыре. И выдох. Раз, два, три, четыре. Выдохнули полностью, сжали животик. И задержка на 8 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Медленный вдох. Раз, два, три, четыре. Вдохнули, задержали на раз, два, три, четыре. Молодцы, активный выдох. Раз, два, три, четыре. Полностью выдохнули, удержали на 12 секунд. Раз, четыре. 8, 12, вдох. Глубокий вдох, задержка на раз, два, три, четыре. Активный выдох. Раз, два, три, четыре. Молодцы. А ну-ка, 16 секундочек задержка. Восемь,
12. Молодцы. И вдох через нос. Медленно. Горло проверили. Горло открытое. Все расслабленное. И выдох, животом выдыхаем, выдыхаем, полностью легкие, без воздуха, мышцы сжаты, и задержка на целых 20 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тело выделывается, удерживаем, кто показываем, кто хозяин. Раз, два, три, четыре, молодцы, вдох. Чем глубже задержка волевая, тем сильнее период расслабления на вдохе. Выдох на четыре, раз, два, три, четыре, полностью выдохнули, и задержка на 20 секунд, а ну-ка еще разочек, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13, 14, 15, еще 4 секундочки, ну раз, два, три, молодцы, вдох. И расслабились на раз, два, три, четыре. А ну-ка давайте 24, а ну, кто тут хозяин, выдох. Помните, что чем лучше вы выдохнете, тем... И задержка. Раз. Мышцы сжатые. Два. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Еще 4 секунды. Раз. Два. Три. Четыре. Горжусь. Вдох. Да. Тепло, задержка, раз, два, три, четыре, выдох, раз, два, три, четыре, будем укорачивать, 12 секундочек, раз, два, три, четыре.